делать? А если там ребенок был, не человек? Назад, отдеть. Куда поставит? Номера снимать будем, нет? Че, палить не будем? Сейчас он поплывется, я его зубом поплывется. Да, он сейчас будет бояться, а сейчас повернуть. Сейчас куда он денется? Я сейчас не будет номера. Зверь, видишь? Сейчас будет. Подойдет, скажет, не снимай. Вот зачем снимать? Просто так неинтересно, едешь, что неаккуратно. Да. Неаккуратно едешь. Ну, представь, если бы ребенок там был. Ты же должен. Еще круги давал, не слышно у тебя, что там. А вот. Тем более там оставил. На место бы поставил. Я сейчас поставлю, брат, зачем снимаешь? Просто снимаю. Ну, просто как снимаешь? Я ничего не делаю же. Как ничего не было? Сейчас тебя снимет просто так, это что, нормально, что ли? Как, имей почему просто право. Так? Какой, что ты имеешь? Где просто так? Ты же, ну, сейчас... я понимаю, это взял обратно, поставил. Я поломал бы, на месте другой купил. Ну, все, поставил. Езжай. Че ты? Зачем ты снимаешь? Хочу. Как хочу? Удалить? В смысле удалить? Удалить? Это просьба? Да. 5000 сомов. Как это 5000 сомов? Ну, давай договариваться, что. Тут мое видео, я сумму даже не дам. Ну все, не давай, езжай. Зачем ты снимаешь? Я тебя не снимаю. Я тебя что, прошу, что ли? Просто я тебя не снимаю. Ну, хочешь, снимай. Ты вот сейчас ДТП совершил, можно сказать. Если, блядь, там кошка, собака или ребенок, дети маленькие туда забегают. Хочешь, езжай, что, я тебя держу, что ли? Ну нормально, удали. В смысле удали? Я сейчас подойду, скажу тебе... Там, не знаю, давай вон стекло у тебя выкинем, разобьем. Нахрен оно тебе нужно? Вот оно мне не нравится, что... Я поломал, что ли? Ну, мне не нравится у тебя вон стекла задние. Вообще не нравится. Давай нахрен их выкинем. Ну, все, нет вопросов. Зачем ты снимаешь? Зачем ты снимаешь? Я хочу снимать. Это как я еду? Зачем тебе это? Я смотрю, ты ДТП совершил. Вот снимаю. Как ДТП завершил? Дорожно-транспортное происшествие. Я понимаю это. Все. Не надо так просто панику делать. Ну ты паникуешь, он спокойно стоит. Зачем снимаете? Ну, чё ты подошел? Садись, езжай. Садись, езжай. Хочу. Зачем хочешь? У каждого, хочу, у каждого свой жизнь есть. Какой, чё там? У каждого я не отрицаю. Я тоже нарушаю. Я буду нарушать. Снимай, пожалуйста. Чё, я тебе запрещаю, я что ли? Я так не буду какого нарушать там. Короче, ну, ты что делаешь там? Нахуй мне нужна другая жизнь? Зачем мне? Ну не хочешь, не снимай, я тебя не заставляю. А зачем ты у другого снимаешь? Ну, хочешь, снимай. Я хочу. Хочешь, но снимай. Как хочешь, ты можешь ему запретить ему. Он пусть, он не снимает, нет, я тоже не... буду, не буду снимать. Нет, да не снимай, не снимай, базару нет. Хочешь, снимай, хочешь, не снимай. А ты не снимай, я тебя не снимаю. Ко мне что подошел? Не нравится? Сейчас вызови милицию, давай, вызови милицию. Я не буду вызывать тогда. Ну все, езжай тогда. Что подошел тогда? Сейчас-то что хочешь? Езжай тогда. Удали просто. Не буду я удалять. Кинь. Просто, не просто, у меня без разницы. Снимаешь, да? Да. Обвись, стоит без ремня. Без ремня, да. Номер снял, да? Ваш номер, номер снял, вот уже сделал. Поехал без номеров, номера снял. Я для чего туда, в багажник?